Друзья, приветствуем вас из Иркутска. Я Евгений Романенко. Мы на Байкал and Blockchain and Crypto Summit 8 августа 2019 года. Рядом со мной Карин Польский, персонаж более чем известный в русскоязычной крипте, который живет в самолетах и бизнес-лаунжах российских и не только аэропортов. Он сегодня здесь не только в качестве посетителя, но и участника панельной дискуссии. Как тебе мероприятие отличное? Всем шалом. Мероприятие отличное. Мне нравится очень народ, который здесь присутствует. Очень качественный. Мне кажется, немаловажно на сегодняшний день для данного рода мероприятий. Чтобы их посещали не просто, скажем, извиняюсь за откровенность проходить, а люди, которые в сфере, которые хотят приблизиться к этой сфере, которым это интересно. Соответственно, наша задача посвятить, сказать, как правильно вести себя в той или иной ситуации в мире блокчейна и криптовалют. На панельной дискуссии какие ключевые тезисы ты сказал или не сказал, раскрой секрет для тех, кто тебя не знает? Ну, отлично. Я участвовал в дискуссии, нужна ли госрегуляция, повторюсь, госрегуляция криптовалют. Мое мнение, госрегуляция не нужна. Нам нужен орган, всем нам нужен орган, который будет рассказывать и показывать, как нам всем вести, но ни в коем случае не вас. Так что мое мнение нет, нам госрегуляция не нужна. Карин Польский, кратко, лаконично, Иркутск, Байкал, Blockchain Crypto Summit, я Евгений Романенко. И пользуясь случаем, приглашаем вас на день рождения биткоина в Грузию 30 и 31 октября этого года. И я буду.